Всем привет! А с вами снова я, Тимофей, и мы играем на Geometry Dash. На Geometry Dash? Итак, мы сейчас будем проходить еще раз Geometrical Dominator. Ай, первым комом. Что? У меня 60 frames per second. Да, я сожалею, что установил программу, в которой не 80 FPS. Ну все. У меня бомбит! Я так не могу. Я так больше не могу. У меня бомбануло. У меня бомбануло. Ладно. Давайте попробуем пройти другой уровень. Ой. Вот этот. Он легкий. Надеюсь. Ой-ой-ой. Ой. Я хочу программу с 80 FPS. Такое ощущение, что телефон просто и говорит мне: Тимофей, снимай на компьютере. Может быть, монетка.
У меня все взорвалось. И у меня чуть только что это вылезло уведомление. Я вылезал там, замазал. Но этого не видно. Такая программка есть, не помню название. В общем, у меня вышло уведомление, что игра чуть не крашнулась. Короче, можете мне в комментариях посоветовать программу, чтобы было 80 FPS, она так не лагала, я мог нормально записывать видосы. Как я прошел в прошлых видео Катаклизм, Nine Circles и Jawbreaker? Очень просто. Я просто записывал их в другой программе, но она у меня крашнулась и типа запрашивала кучу всего, и пришлось ее удалить. Ладно, на этом я прерываю свое Geometry Dash видео. Теперь вы знаете, каково это бомбить. Хотя нет, вы же не на моем месте. Эй! Эй! Теперь у меня еще телефон крашнулся. Ладно. Спасибо за просмотр. Поддержите меня лайками. И посоветуйте мне программу. Всем удачи и пока.